Депутатська комісія розглядала питання призначення начальника управління комунального майна. На сьогоднішній день вже призначений начальник управління. Тим більше, я як депутат міського совету написав звернення, заявлення своєї правоохоронні органи, де воно внесено в ЄРДР. И сейчас этот вопрос будет рассматриваться правоохранительным органом. До того момента, пока не будут выявлены все вот эти факты, не будет дано заключение, законно это или незаконно, покинуть заседание нашей комиссии, так как мы вас сюда не приглашали. Это здесь собрались депутаты городского совета и члены... Если вы приглашали, приглашайте к себе домой. Быть толерантными. Есть распоряжение мэра про назначение чиновника. Правильно, неправильно, это определит суд. Когда он определит, тогда будем принимать какие-то меры. Давайте все-таки вести себя корректно. Это первый пункт повестки дня, нам надо идти до последнего. Считаю, Юрий Викторович имеет право, как законно назначенный на сегодняшний день руководитель управления, участвовать в работе профильной комиссии. Послушайте, не перебивайте меня, вы меня никогда не собьете, разве что пули, извиняюсь. Вот. Поэтому прошу, пожалуйста, поставить вопрос на голосование о том, что данный молодой человек... Да не надо такие формулировки употреблять, данный молодой человек покинул заседание комиссии. Комиссия, согласно своему положению, имеет право принимать такие решения. Кто присутствует на комиссии, кто отсутствует. Комиссия имела рекомендательный характер и порекомендовала мэру назначить или не назначить. Дальше рассматривает то, и как он поступил, это его право. Поэтому он мэр. Поэтому он законно выбранный жителями города Николаева. Мы сегодня рассматриваем вопрос, да, сейчас рассматриваем. Как вы запретите здесь находиться начальнику управления? Почему для вас начальник управления? А мы пока, как депутаты городского совета, которые принимали на прошлой комиссии решение о том, что мы конкурс признаем нелегитимным, поэтому мы логичны в своих решениях. Вот видите, как получается. Мы свое в зоопарке делаем платными туалетами, а здесь вы решаете вопрос, кого уволить, кого нет. Там, где вы по стол пешком ходили, мы уже давно пошли. Опа, Игорь Николаевич. Марина Михайловська, Ганна Звоницька, Руслан Чернялис, МСН.